Всем привет. Решил записать покупку мотороллера «Турист». Решил приобрести себе как новый проект под восстановление, под полную реставрацию. Ну, скажем так, реставрацию. Не реставрация, конечно, но сделаю чистенько, аккуратненько. Стараюсь, по крайней мере. Вот. Видео сейчас записываю уже, когда уже купил мотороллер. Вот. Сейчас сделаю вставку, как мы покупали его, как мы его везли. На данный момент мотороллер полностью разобран. У него заклинило двигатель. Проехал он примерно 300 километров и встал. Сейчас я его разобрал. Двигатель отправил в Новосибирск на капиталку. То есть там поменяют поршень новый, поставят коленвал, поменяют тоже на новый. Корзину сцепления поставят новую. Вот. Сейчас запчасти все, ну, кузовные элементы в покраске. Раму от пескострули уже покрасили. Дальше буду его уже собирать. Сниму процесс сборки. Ну и эксплуатацию с покатушками. И какие будут проблемы, может, все расскажу, покажу. Мотороллер понравился. Едет классно, мягко. Вообще мне почему-то стало нравиться советская старая техника. Не знаю почему. Как бы вот был мотоцикл Harley Davidson новый. Он так почему-то меня не цеплял, как старая советская техника. И в частности мотороллер вот этот, который купил. Это мотоцикл Harley, который я продал. Вот. И сейчас буду новой игрушкой заниматься. Ну, посмотрите, как что получилось. Все, приятного просмотра. Всем пока. Первый запуск. Сколько он стоял? 3 года? Ну, где-то так. Заведется, ну. Да, я думаю, да. А хуй не заведется. Поворотник включу. Даже поворотник работает. Даже и этот работает. Сигнал даже есть. А где на них запчасти, интересно, брать? Туристы. Мне кажется, там уже нет ничего. Я у них там бываю, но на Альфу беру. Мне кажется, там знаешь, что еще? Может, сам бензин уже? Хотя чихнуть должен был. На самом деле проблема была в предохранителе на плюсовой провод. Там его вместо него был этот проводочек вставлен. Слушай, а там свеча что вообще берется? Большая ж какая-то, да? Она свеча. Ну да. Я имею в виду, где такую купить потом? Если. А там же у нее посадка какая-то большая, по-моему. Сейчас они есть такие же. Да. В деревне-то найдешь. 28 тысяч пробег, конечно. Для мотороллера, блять, это поездили. 28, блядь. А что ты сделал? Пошел, поискал свечу, не нашел, он завелся, да?
фара, да, типа? А, не, поворот. Я могу себя поздравить с приобретением нового геморроя. Еду я в багажнике крузака первый раз в жизни. Ладно, по своей воле. Купили мы этот мотороллер. Каким-то образом вот так поместили его в багажник. Не знаю сейчас, как ментов будем проезжать. Я в багажнике с великом и с мотороллером сижу. Ладно, сейчас приедем на мойку, по-моему. Аккумулятор надо еще купить, у него аккумулятор севший. Точнее, у него нету. Если успеем, купим аккумулятор, помоем. И можно будет даже катнуться на нем. Потому что он едет, в принципе. Колесо накачать. Состояние так нормальное, кстати, у него. Для этого года. Я потому что объявление смотрел за такие деньги. И в таком состоянии это нормально. Ладно, до скорого. Сейчас двинем, вот. Руль. Нет, обратно, вот.
Еще давай обратно. Еще обратно. Тебе наклоняемся вниз. Прям почти лежа. Да, потом выпрямим. Еще, еще наклоняй. Виталь, туда заводи. Тихо, 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 тихо. Резких движений не делай, это помимо. Ой. Слушай, давай, Виталий, иди сюда, я туда. Вадим, давай в свою сторону туда, да, вот. Поехали. Все, толкай. Все, а? Еще давай. Подожди. Жди. А ты на себя туда его. Так должен быть. Не, не, все в сторону, там это, блядь. Это мы сейчас закрыты. Главное, чтобы а там не потек. А там все, нет, там мы. Там вроде закроется. Закроется? Да. Сейчас подложу что-нибудь, вот и сюда подложу. Да. Главное, чтобы он не потек. Ну, если потечет, ничего хорошо. Мы сделали это. И подножку не покрышку. Так. Сейчас что есть. А, покрышки. О, я что-то придумал. Да, да, покрышки. Краски вот идет. Загрунтовали. Осталось покрасить. Это еще не грунтованные элементы. Немножко подшпаклевали где-то. Я думаю, на этой неделе уже заберем. Все будет готово.